В актовом зале профессионально-педагогического колледжа состоялось общегородское торжественное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения Зайнал-Абида Нухаевича Батырмурзаева и столетию журнала «Таңчолпан». Колледж с 1944 года носит имя Зайнал-Абида Батырмурзаева. Батырмурзаев был известен как писатель, драматург и публицист. Слово для открытия торжественного мероприятия и приветствия всех присутствующих было предоставлено заместителю директора колледжа по учебной работе Сабрине Айдиевой, которая в своей речи отметила, что такая личность, как Батырмурзаев, останется ярким примером для подрастающего поколения. Это образец для подражания молодому поколению. В 19 лет, как уже было сказано, Батырмурзаев был преподавателем реального училища Слободы Хасавюрт. В 20 лет он уже занимался творческой деятельностью. Немаловажно отметить, что Батырмурзаев переводил на кумыкский язык классиков мировой художественной и русской литературы, произведения Толстого, Лермонтова, Крылова. В 1917 году театральное литературное общество «Таңчолпан» издает еженедельный общественно-политический литературный журнал. Зайнал-Абид Батырмурзаев становится его постоянным редактором. Он рано осознает долг борца за общественные идеалы. В продолжении мероприятия выступила редактор журнала «Таңчолпан» Субиянат Мамаева. И что я хочу сказать, что эти были, вот Зайнал-Абид и его друзья, как пишет в своей повести со слов матери, повести Адхаря, Мугушин рассказывает о сыновьях Дагестана, о верных борцах за свободу, за уникальное существование в этом краю, в республике Дагестан, что все народы имели свои языки, свою культуру. На памятном концерте солистами творческих коллективов были исполнены музыкальные композиции, посвященные Зайнал-Абиду Батырмурзаеву. Он получил известность не только как писатель и публицист, но и как революционер, который выступал за свободу и справедливость. Далее слово было предоставлено племяннику драматурга Умарпаше Батырмурзаеву. Он хотел, конечно, стремился учиться. В одном письме, которое он написал своему другу, он хотел поехать в Стамбул. Он пишет так: «Хочу поехать в Стамбул, обучаться философии, логике, и хочу через 5-6 лет после этого поехать в Египет». За отпущенной судьбой неполные 22 года Батырмурзаев сделал очень много. Он был известен каждому как мужественный человек и верный сын Дагестана. Стал одним из лидеров борьбы за установление советской власти. Останутся в истории его литературные произведения, пьесы и стихи. Бека Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».